Космос – бескрайнее и таинственное пространство. Оно загадочное и непредсказуемое. Кроме звезд, черных дыр, астероидов и комет, там можно встретить самые невероятные планеты. В бескрайних просторах космоса находится крошечная планета, где обитают кошки и коты. Она так и называется – планета котов. Здесь в маленьких уютных домиках живут пушистые, усатые и когтистые создания разных расцветок. Коты на планете котов главные. В салоны красоты кошечки приходят завивать кудряшки, в спортивных залах накачивают мускулатуру коты. Представители кошачьих работают в офисах и магазинах, развивают науку и изучают окружающий мир. Это ученый кот Сайнси, профессор астрономии. Уже целый год Сайнси почти не спит ночами, ожидая, что вот-вот придет инородный звук с далекой планеты. И вот прошедшей ночью случилось чудо. Мяу! Как только наступило утро, Сайнси, забыв позавтракать, заспешил по тропинке к дому механика. Ученый кот сбежал вверх по ступенькам в дом друга. Тот спал, закутавшись в одеяло так, что даже не было видно ни ушей, ни хвоста. Механик был заядлым рыболовом. Наверняка сейчас он сидит с удочкой у маленького пруда, который он сам же выкопал. Так и оказалось, механик дремал на берегу пруда, держа в лапках удочку. Как ты можешь спать, механик? Сегодня такое замечательное утро. К тому же ночью я поймал сигнал с планеты лысых котов. Ура! Вперед! На планету лысых котов! Потрясающая новость! 5 смельчаков летят на планету лысых котов! Ученый кот Сайнси! Кот-механик! Суперкот Фогги, повар Вкусняша, доктор Витаминка. Скоро!